Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Самое важное в этом видеоэссе будет сказано в самом конце, но начну я с аноптаниума, который становится существенной причиной развития событий в художественной вселенной «Аватара» Джеймса Кэмерона. Итак, аноптаниум, он же аноптаний и даже уноптаний. В первом «Аватаре» формально именно из-за очень ценного минерала с таким названием происходит конфликт, перерастающий в войну между коренными жителями Пандоры и прибывшими туда землянами. Аноптаниум – это не авторская выдумка Джеймса Кэмерона и не пандорианская уникальность. Аноптаний существует и на Земле, хотя и является большой редкостью и большой ценностью. Именно в этом большой редкости и большой ценности вся сущность аноптаниума. Так что же такое аноптаниум? Само слово «аноптаниум» происходит от латинского «аноптаниум» через более позднее английское «unobtainable» – «недостижимый», «недоступный». Иногда в русском языке используется лексическая калька «недостати» или «недостаниум». Это ироническое, полушутливое название любого крайне редкого, дорогого, либо физически недоступного материала или вещества, необходимого для исполнения какой-либо задачи. Известно выражение Архимеда: «Дайте мне точку опоры, рычаг, и я переверну землю». Так вот, эта точка опоры или рычаг, который был нужен Архимеду, по сути и есть пример аноптаниума. Но что особенно интересно, аноптаниум является термином, который приблизительно с 1950-х годов принимается и используется учеными. Например, об аноптаниуме говорили при разработке теплоизолирующих щитов для защиты космических аппаратов при входе в атмосферу. Аноптаниумом условно называли необходимый материал, который выдерживал бы сверхвысокие температуры. Именно таким материалом позже стала специальная керамика. А вот разработчики американского стратегического разведывательного самолета Lockheed CR-71 называли аноптаниумом ценный, но почти недоступный в США металл титан, большая часть которого выплавлялась в СССР. Потом название аноптаниум перекинулось на другие экзотические, малодоступные или вообще невозможные материалы. В разное время термин использовался для обозначения таких ценных, но редких металлов, как диспрозий, германий, индий, лантан, неодим, рений, теллур. Один из множества примеров. Профессор-физик Массачусетского технологического университета Роберт Джаффе свою статью, напечатанную в одном из изданий Американского физического общества, назвал «Аноптаниум – критические элементы для новых энергетических технологий». И вот цитата из той научной публикации. Такие элементы, как диспрозий, галлий, германий, индий, лантан, неодим, рений или теллур, которые когда-то были лабораторными диковинками, сейчас занимают центральное место при обсуждении новых энергетических систем. Многие из этих элементов в настоящее время не добываются, не производятся и не продаются в больших количествах. Однако новые технологии могут повлиять на наши энергетические потребности только в том случае, если их можно масштабировать от лаборатории до демонстрации и массового внедрения. В результате этого в больших количествах потребуются некоторые ранее неизвестные элементы. Мы называем эти элементы энергетически критическими элементами. Вот, собственно, эти энергетически критические элементы и являются примером аноптаниума. На сегодняшний день земным аноптаниумом фактически является один из изотопов Калифорния – Калифорний-252. Как там в фильме Паркер говорил Грейс Огустин об аноптаниуме, который корпорация добывала на Пандоре? Этот серый камушек идет по 20 миллионов за кило? Так вот, земной аноптаниум Калифорния-252 на несколько порядков дороже. Его стоимость колеблется в среднем от 25 до 27 миллионов долларов США. Но это не за килограмм, а за грамм вещества. Это
этот искусственный металл очень сложен в производстве. Он получается после очень длительного нейтронного облучения плутония или кюрия в ядерном реакторе, в процессе которого изначальные элементы в течение нескольких лет проходят ряд последовательных превращений. А после 7-8 лет облучения в ядерном реакторе плутония или 1,5 лет облучения кюрия нужно еще несколько месяцев для выделения из получившегося вещества уже непосредственно самого калифорния-252. Можно сказать, что этот искусственный металл собирают едва ли не по атомам. Регулярное производство калифорния-252 на сегодня происходит только в двух научных центрах. Это Окриджская национальная лаборатория в штате Теннесси в США и научно-исследовательский институт атомных реакторов в Димитровграде, Ульяновской области в России. Ежегодно в этих двух научно-исследовательских центрах совокупно производят меньше 100 микрограммов калифорния-252. И покупатели порой годами ждут своей очереди на получение микрограмма ценного вещества. Калифорния-252 используется в медицине для облучения злокачественных опухолей в тех случаях, когда другая лучевая терапия неэффективна, а еще для поиска в особо важных конструкциях таких микроповреждений, которые незаметны при рентгеновском исследовании. А еще с помощью калифорния-252 находят залежи полезных ископаемых. Так что земной анаптаниум калифорнии-252 очень и очень востребован. Кстати, внешне Калифорния не выглядит броско или привлекательно. Наверное, поэтому, как я обнаружила, статьи в нем в интернете часто ошибочно иллюстрируют фотографиями совсем других металлов. Таких, например, как осмий. Осмий – очень тяжелый металл, который имеет красивый серебристый блеск с голубыми и серыми переливами и действительно выглядит эффектно. Впрочем, осмий хоть и красив, но, что очень неожиданно для металла, имеет довольно резкий аромат, который напоминает смесь хлорки и чеснока или, по другим отзывам, запах гнилой редьки. Даже свое название этот металл получил от греческого слова «осми», что означает «запах». Слово «смрад», видимо, тоже ведет свою этимологию именно от древнегреческого «осми». Цена 1 грамма осмия на мировом рынке составляет примерно $12, что, конечно же, очень далеко от цены «Калифорния-252». Но есть еще осмий-187, довольно редкий изотоп, процесс добычи которого тоже отличается немалой сложностью и занимает около 9 месяцев. Это черный мелкокристаллический порошок с фиолетовым оттенком. Рыночная стоимость этого металла составляет около $10,000 за 1 грамм. Это хотя и далеко от цены «Калифорния-252», но тоже довольно дорого. Основным продавцом осмия-187 на сегодня является Казахстан. Впрочем, есть на Земле и еще более дорогие вещества, чем изотопы осмия или калифорния. Например, антиматерия, антиводород. Впервые атомы антиводорода были получены в 1995 году группой ученых из ЦЕРНа, Международного европейского научного центра, который находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. Полученные атомы антиматерии удерживаются в магнитной ловушке, чтобы предотвратить их контакт с обычным веществом и аннигиляцию. Условная стоимость антиматерии – около 60 триллионов долларов за грамм. В фильме «Аватар» анаптаниум как раз и нужен землянам для генераторов, основанных на реакции материи и антиматерии, для обеспечения межзвездных и межгалактических полетов, сверхсветовой связи и для магнитных поездов. Во вселенной «Аватара» анаптаниум представляет собой высокотемпературный сверхпроводник, который, попадая в магнитные поля, левитирует в воздухе. Это так называемый эффект Мейснера, и на Земле он, представьте себе, тоже встречается. Впервые явление, которое условно называют левитацией, учеными наблюдалось в 1933 году. Удачный эксперимент провели немецкие физики Мейснер и Оксенфельд. Отсюда и название эффект Мейснера.
Одним из свойств сверхпроводников является выталкивание магнитного поля из сверхпроводящей фазы. Суть эффекта Мейснера – полное вытеснение магнитного поля из объема проводника при его переходе в сверхпроводящее состояние. Но сверхпроводимость возникает только при низких температурах, поэтому предварительно вещество охлаждают при помощи жидкого азота, например. И тогда размещенный над сверхпроводником магнит как бы всплывает вверх и парит до тех пор, покуда внешние условия не выведут сверхпроводник из сверхпроводящей фазы. По сути же, при приближении к сверхпроводнику магнит как бы видит в нем другой магнит, одинаковой с ним полярности и размера, и потому отталкивается, поднимается, парит в воздухе. В 1996 году в Токио, в Международном центре сверхпроводимости, впервые была продемонстрирована и магнитная левитация человека. Впрочем, человек все же стоял именно на магнитном диске, который плавал над пьедесталом из высокотемпературной сверхпроводящей керамики. Пьедестал был охлажден кипящим жидким азотом, имеющим температуру минус 196 градусов по Цельсию. Вследствие эффекта Мейснера между охлажденным пьедесталом из ВТСП керамики и диском, на котором стоял человек, образовывался зазор около 1 сантиметра. Этого вполне достаточно для фиксации эффекта парения или левитации. Кстати, по преданию, когда-то гроб с телом пророка Мухаммеда некоторое время висел в пространстве без всякой поддержки, поэтому эффект Мейснера иногда называют и гроб Мухаммеда. По принципу выталкивания магнитного поля из области сверхпроводника действует и анаптаниум на планете Пандоре. И поскольку на Пандоре подобного вида анаптаниума в некоторых местах сконцентрировано очень много, то там появились даже парящие над поверхностью планеты горы. Но, на мой взгляд, земные истории с разного рода анаптаниумами порой бывают даже более драматичными и захватывающими, чем пандарианские. Если математика – это музыка в науке, то физика и химия – настоящая научная поэзия. А далее переходим к Амрите. Амрита – это вещество, на которое переключаются интересы и внимание землян после анаптаниума и которое появляется в фильме «Аватар. Путь воды». Амрита, точнее само понятие и представление об амрите, тоже имеет вполне земное происхождение. Слово «амрита» в переводе с санскрита означает «бессмертие». Так в индуизме называют мифический напиток богов, дарующий им бессмертие. Мне уже приходилось говорить, что многие образы аватара Джеймса Кэмерона имеют отсылки к индуизму. Согласно индуистским мифам, Амрита была одной из 14 чудесных вещей, полученных в результате пахтанья так называемого Молочного океана, то есть мирового космического океана первозданных вод, из которых возник весь космос, включая Землю. В некотором смысле Молочный океан может ассоциироваться с хаосом. В греческой мифологии есть свое соответствие индуистской амрите – амброзия. Если подбирать какой-то более-менее подходящий научный аналог вечным поискам амриты и амброзии, то, возможно, на сегодня это стволовые клетки. Впрочем, с бессмертием не все так просто. Например, древнегреческая богиня утренней зари Эос выпросила у Зевса и Мойры бессмертие для своего возлюбленного Титона, который был из людского рода. Но заря Эос забыла договориться еще и о вечной молодости своего возлюбленного. И вот Титон начал стареть. Его тело усыхало, его плоть иссыхала почти до исчезновения, хотя он и продолжал жить. И не только в риске вечного старения проблема. Йогин Свами Сатьянанда Сарасвати обращал внимание, что миллионы людей мечтают о бессмертии, не зная, как провести сегодняшний день. О том же говорил и Анатоль Франс. Средний человек, не знающий, что делать со своей жизнью, мечтает еще об одной, которая длилась бы вечно.
наверное, все же более реалистичная и верная цель – постараться удачно распорядиться отпущенным нам временем человеческой жизни. Важно не упускать из виду, что человеческая культура имеет коллективную природу. Что я имею в виду? Например, кто-то из композиторов написал гениальную музыку, кто-то из режиссеров снял великолепный фильм, кто-то из ученых сделал гениальное научное открытие. Но в звуках той гениальной музыки и в том фильме, и в том гениальном научном открытии или изобретении есть и частицы соучастия, сотрудничества того фермера или крестьянина, который вырастил хлеб, которым питались гении и изобретатели, и маленькая частица труда тех строителей, которые возвели дома, в которых они жили. Есть в музыке, фильмах и научных открытиях и соучастие людей, шьющих одежду, прокладывающих дороги, обучающих детей, заботящихся о здоровье. Еще во всем этом есть труд рабочих, которые производят все, что нужно людям для жизни, в том числе и творцам, изобретателям и научным гениям. Есть труд тех инженеров, которые создают станки, на которых все это производится. Сегодня почти в любом продукте увеличивается доля сотрудничества и IT-специалистов, тем более, что физический труд человека сегодня все больше замещается работающей по специальным программам техникой. Можно сказать, что человеческая культура в принципе имеет именно коллективную сетевую природу. И в культуре каждый человек является и потребителем, и создателем условного контента. Перефразируя Федора Тютчева, можно сказать, нам не дано предугадать, как дело наше отзовется. Каждый человек, создающий что-то материальное или интеллектуальное, фактически вносит свою маленькую, но необходимую лепту и в звучание великой музыки, и в создание великих романов и фильмов, и в открытие научных гениев, и во все другое великое и ценное в человеческой культуре, что было, есть и будет. Иными словами, наше личное бессмертие возможно и реализуется как ощущение и осознание соучастия, причастия, высоким слогом Евхаристии к длящемуся до нас и после нас вечному процессу жизни, бытия в целом. И это важно понять и нужно почувствовать. Всего доброго и до новых встреч!